Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна и рубрика «Топ-10 каталогов Faberlic». Сегодня мы полистаем 11-й каталог и посмотрим, какие выгодные скидки, акции и предложения для нас приготовила компания. Первая акция, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, это акция на одноразовые бабл-маски линейки It's Skin. 139 рублей, это примерно на 20 рублей дешевле, чем обычно они стоят в каталоге. Это относительная новинка, пару каталогов она в продаже. Это маски, состоящие из двух частей. В одной части у нас молочный бустер, а в другой либо кофе, либо кофейная маска, либо маска с какао, либо маска с латте, с зеленым чаем. Масочки есть у нас укрепляющие, успокаивающие и питательные. Это bubble маска, которая при смешивании вот этих двух компонентов дает пузырьки и ухаживает за вашей кожей. Я такую маску не пробовала, скажу честно, но отзывы на них положительные. Конечно, кому-то больше нравится там питательная, кому-то укрепляющая. Все зависит от вашей кожи. Но если вы хотели попробовать как раз-таки эту маску, то сейчас на нее будет действовать скидка и самое время протестировать. Следующие – это те продукты, на которые я обращу ваше внимание, потому что эти продукты мои любимчики. И вот их я заказывала уже неоднократно. Первое – это линейка Weekend. Очень люблю эту линейку, наверное, это одна из самых любимых мною линеечек в компании Faberlic. И здесь у нас на акции будет крем-гель для век, всего лишь 239 рублей. Ну, это какая-то нереальная цена. 239 рублей за 15 мл. Это такой крем-гель нежно-розового цвета, он увлажняет кожу, освежает. Конечно, никакого анти-эйдж эффекта вы от него не увидите, но за счет увлажнения кожа будет более свежая, более подтянутая. Морщинки будут разглажены, поэтому присмотритесь. Мне этот продукт для кожи вокруг глаз нравится, и что очень важно, он не раздражает мою суперчувствительную кожу, мои суперчувствительные глаза. Далее, увлажняющий гель для лица Aqua Boost. Когда не знаешь, чем воспользоваться, когда не знаешь, что ты хочешь, да, что хочет твоя кожа, или когда у тебя закончился какой-то уход, например, дневной крем закончился, а ночной крем еще есть. Я всегда достаю вот этот гель увлажняющий для лица Aqua Boost линеечки Weekend, и он прекрасно подходит для моей комбинированной кожи, и зимой, и летом я им могу пользоваться, под макияж он прекрасно подходит. То есть это просто очень такой легкий гель-крем, который моментально впитывается, увлажняет и обладает таким нежным ароматом. Вообще вся линеечка Weekend – это линейка, которая нормализует ваши циркадные ритмы вашей кожи. То есть, если вы не высыпаетесь, если вы много стресса переживаете, если вы сильно устаете, ну, я думаю, это я сейчас описала типичную жизнь любого жителя, особенно городского. Вот, если вы мало времени проводите на свежем воздухе, ваша кожа находится в стрессе, и вот в основе как раз-таки линеечки Weekend у нас термальная вода, та же самая, из того же самого источника, из которого берут воду производители уходовой косметики Виши. Только косметика Виши стоит раз во сколько дороже косметика Виши, нежели крем Weekend. Ну, вот, например, крем-гель, да, для лица 249 рублей. Это очень дешево. У меня сейчас один такой открытый и один у меня в запасе, потому что этой линейки долго не было на складе. Говорили вообще, что ее будут снимать с производства. Но сейчас кремы приходят свежайшие. Ну, вот, например, я месяца три назад заказывала. Вот крем-гель изготовлен в декабре 2022 года. Далее. Weekend очищающая эмульсия, 300 рублей всего лишь будет стоить. Это продукт объемом 150 мл, идеальный продукт для утреннего умывания. И также я даю эту эмульсию умываться своему старшему сыну, которому 6 лет, чтобы он умывал лицо по вечерам. Утром как бы его не заставишь, не проследишь каждый раз, а вот вечером я говорю: на и умывайся. Это очень нежное, вот такое вот молочко, нежное
нежно-розового цвета, да, этот продукт абсолютно не смоет с вас никакой макияж, вообще никакой, поэтому я пользуюсь им только утром. Я наношу вот примерно вот такое количество эмульсии, мне хватает для того, чтобы умыть все лицо. Я сухими руками на сухое лицо наношу, вот так вот легко массирую и смываю теплой или прохладной водой. Данная эмульсия, она не пенится, она не мылится, она очень легко смывается. И некоторые используют ее неправильно, да, говорят, что это молочко там для снятия макияжа или просто вот молочко а-ля тоник, что ее не нужно смывать, и потом покрывается прыщами, естественно, потому что эту эмульсию ее обязательно нужно смывать с лица. В общем, прекрасный продукт, и мне вот такого вот бутылька хватает примерно на полгода использования ежедневного. Могу рекомендовать, мне она очень-очень нравится. На следующей страничке у нас тоже очень классная линейка, которая называется BioGlow. Здесь сыворотка для лица всего лишь 379 рублей при покупке по каталогу на 1000 рублей. Эта сыворотка хороша лично для моей кожи на весеннее применение, когда коже не хватает витаминов, когда кожа серая, уставшая, какая-то измотанная за долгую зиму. Вот эта сыворотка возвращает коже такой сияющий цвет лица, отдохнувший, свежий. Здесь у нас в составе ниацинамид, витамин С. В общем, классная сыворотка. И мои знакомые, кто пробовал, тоже ее оценили. И еще здесь по акции со скидкой 50% крем с жемчужным эффектом. У него легкая текстура и перламутровое сияние. Этот крем я рекомендую использовать на утреннее применение. Он хорошо и под макияж как база идет, и просто, когда, например, вы идете, например, на пляж, да, и вы не хотите никакую косметику наносить, но хотите, чтобы кожа выглядела более, ну, такой ровной, отдохнувшей. Да, хочу отметить, что у линейки BioGlow прекрасная. Прекрасные одушки сладкого апельсина, манго, ну то есть очень такие одушки летние, тропические, сочные, вкусные. Ну и в общем, видите, у этого крема такой финиш легкий, жемчужный, немножко перламутровый, с, ну наверное, ну да, тут именно я не скажу, что розоватый потон, он скорее жемчужный. Знаете, вот как жемчуг, перламутр переливается, вот такой вот финиш. И при всем при том, это не эффект жирной кожи, а вот просто кожи такой светящейся изнутри. Классные линейки, вот BioGlow и AquaBoost и Weekend, это, наверное, мои самые любимые линейки уходовые в Faberlic. Далее, новинка, хорошо забытое старое жидкое мыло линейки Beauty Cafe. Кто помнит, что раньше Beauty Cafe мыло было как раз-таки вот в таких больших баночках по 300 мл. Поднимите руку в комментариях. Я помню те времена, и я помню, когда мыло стали переливать вот в эти маленькие конфетки. Многие говорили, почему, зачем, верните большие форматы, и вот они возвращаются. Все самые любимые и лакомые ароматы. Грушевое парфе, апельсиновая меренга, капкейк с черникой, малиный белый шоколад и лаймовый сорбет. Напишите, какое мыло закажете вы, потому что всего лишь 149 рублей за одну баночку, 300 мл. Прекрасный аромат. Конечно, не стоит ждать от этого мыла каких-то чудес, что оно там будет вам питать кожу, увлажнять. Это просто хорошее базовое мыло, которое не сушит кожу, которое приятно пахнет и эстетично будет смотреться на вашей раковине, вашей ванной комнате. Следующий продукт со скидкой 60% могу рекомендовать к покупке. Это мист из линеечки Океанум. 269 рублей всего лишь он будет стоить. Я люблю продукты в формате миста использовать именно утром после умывания. То есть я умылась вот этой вот эмульсией. Далее я обильно наношу мист на лицо. Мне вот из линейки BioGlow нравится мист, из линейки ICU витаминный мист, тоник. Вот Океанум можете присмотреться. В общем, я наношу любой мист, тонер на лицо вот так обильно распыляю. И
пока он чуть подсыхает, я чищу зубы, но пока кожа еще влажная, я наношу сыворотку. Потом жду 1-2 минуты, наношу уходовый крем, там крем для кожи вокруг глаз и так далее. То есть такие продукты, они увлажняют кожу, освежают, тонизируют и помогают сыворотке или дневному уходу глубже проникнуть в вашу кожу. Что касается именно вот этого миста от Океанум, он мультифункциональный. Вы можете наносить его как на лицо, так и на зону декольте и все тело, и даже на волосы. Он будет увлажнять и освежать вашу кожу. Для меня он оказался плотноватым, что ли. Я не скажу, что он какой-то жирный для меня, но вот тяжеловат. Я люблю вот просто, чтобы тоник был такой максимально водичка-водичка. Но вот этот мист очень понравился моей маме, у которой кожа сухая. Возможно, он просто не подходит для комбинированной жирной кожи, как и в целом линейка кремов для лица от Океанум. То есть мне кремы Океанум для лица не подошли, они слишком жирные. Вот, наверное, и тоник, он больше рассчитан либо на возрастную кожу, либо на кожу сухую или склонную к раздражениям, шелушениям и так далее. Лучшая цена года. Все, кто в стрессе, я рекомендую включить в свой заказ вот такую вот малышку из линейки Dream Therapy. Антистресс, эссенция с мелатонином, всего лишь 299 рублей, да, здесь 5 мл. Эссенция идет в стекле, и это уже моя вторая эссенция, и вы видите, что тут больше половины у меня уже израсходовано. Здесь металлический шарик, и если вы не можете заснуть, если вас тревожат какие-то мысли, или вы, вот знаете, за день перевозбудились, и вы лежите, и вот что-то думаете, или завтра у вас какое-то важное, не знаю, мероприятие, событие, и вы прокручиваете в голове речь, но вам нужно спать, потому что завтра рано вставать, завтра какой-то ответственный день, например, вы наносите вот эту вот эссенцию. Я наношу на виски, я наношу под нос, чтобы ощущать этот приятный такой эвкалиптово-мятный, немножко согревающий аромат. Я наношу вот сюда на шею, на зону пульса, и наношу на запястье. И я реально просто засыпаю, ну, в течение, наверное, 10 минут. Мне нравится эта эссенция. Будьте осторожны, только она действительно в стекле. Можно разбить, поэтому поаккуратнее, потому что у меня одна эссенция вот так вот разбилась. И я уже рассказывала, что я человек, на которого не действуют даже обезболивающие, там, типа лидокаин и что там еще колят. Ну, в общем, на меня они не действуют. А вот эта штука на меня действует. Удивительно, невероятно, но факт, скажем так. И еще здесь по акции лучшая цена года, всего лишь 200 рублей. Это у нас расслабляющий мист для сна. Его я не пробовала, ничего сказать не могу, но слышала о нем много хороших отзывов. Поэтому, наверное, вот эту эссенцию, если нанесете, мистом подушечку попшикаете, воздух распылите, или можно еще на лампочку пшикнуть, она будет пока нагреваться, гореть, да, запах распространяться будет по комнате, то, наверное, просто заснете сном младенца. Следующая акция у нас из категории декоративная косметика. Бонус тени для век. Линеечки It's Clear. Последнее время они частенько идут по акции. При покупке на 500 рублей по каталогу вы можете всего лишь за 350 рублей взять такие тени. Они классные, действительно, они хорошие, они качественные. Они приходят в такой картонной коробочке, то есть не стыдно и подарить. Так, по весу 2 грамма здесь, то есть вес такой приличный, нормальный. И за такую цену, ну, грех не взять. Они действительно хорошие. У меня оттенок сейчас 68-83, это океаническая бирюза. Вы мне писали, кому-то нравится кофейный оттенок, кому-то нравится лавандовый оттенок. Ну, здесь, конечно же, от ваших предпочтений в макияже, от вашего цветотипа, от того вообще, какой макияж вы любите, какую одежду вы носите и так далее. Вот. Мне на лето очень нравится вот этот вот оттенок. Он действительно такой зеленовато-бирюзовый с золотистым
сияние, то есть с сиянием, то есть он с теплым потоном, тут такие отражающие частички, именно золотистые. И сейчас вы видите эти тени у меня на верхнем веке. Я, то есть, выстраиваю форму глаза матовыми тенями, а потом просто так вот на мизинец наношу и либо прихлапывающими движениями, либо такими немножко втирающими, как втирку, без базы какой-либо. Эти тени держатся хорошо. Ну, вот я накрасилась, наверное, часов 8 утра, сейчас у нас уже почти 6 вечера, ну, то есть где-то 10 часов по духоте. У нас сегодня прям душно, знаете, не столько жарко, сколько вот прям духота. Такая парилка, и они не скатались. В общем, хорошие тени, могу вам рекомендовать. Оттенки здесь есть и как вот такие вот, ну, более-менее яркие, так скажем, так и лавандовые, золотистые, кофейные, тауповые, абрикосовые, персиковые, ну, в общем, всякие разные. Это у меня линеечка глиттер, но не бойтесь, здесь нет отдельных таких блесток, которые будут царапать глаз и которые нужно снимать скотчем. А есть линеечка сатиновых теней для тех, кто любит сиять, но не так ярко. Следующее. Лучшая цена года — 149 рублей за лак для ногтей. Здесь у нас представлены лаки с глиттерным покрытием. Ну, я не знаю, на лето кто пользуется глиттерными лаками. Если пользуетесь, то присмотритесь. Для меня все-таки глиттерные лаки, они вот как-то прочно ассоциируются у меня именно с Новым годом, с праздниками, с зимой. Но если любите летом, пожалуйста. И также линеечка Colors and Stay. Это лаки вот в таких вот черных бутыльках, потому что, как заявляет компания, при контакте с ультрафиолетом они твердеют. Ну, то есть такой а-ля гель-лак для ногтей, скажем так. Огромная палитра, просто огромная. Я даже не буду пересчитывать, сколько здесь оттенков. Если кто-то пересчитает, напишите в комментариях, сколько здесь оттенков. У меня были многие лаки. Я не скажу, что они какие-то суперстойкие, да, через день, через два уже начинают появляться сколы, но опять же, если вы много работаете руками, много моете, стираете и так далее, если у вас есть, не знаю, там, посудомойка, если вы каждый день не моете окна, там, не протираете пыль, не моете обувь и так далее, как это делаю я, то у вас, наверное, дольше продержится этот лак. И, к слову, у меня сейчас на ногтях как раз-таки лак из этой линии. Голубая лагуна 78-95. Есть еще царственный эвкалипт, похожий оттенок, он более зеленый. А вот этот лак, он такой более голубой. Мне очень нравится. Я люблю вот такие вот оттенки именно на лето. Мне кажется, они смотрятся классно. Ну и уж раз заговорили про уборку и стирку, то линеечка Faberlic Home сразу же, так скажем, приходит с акцией в каталоге. Лучшая цена года. Два любых геля для стирки по 359 рублей каждый. Очень выгодно, надо брать, особенно если вы часто стираете, у вас большая семья. Здесь у нас в акции участвует концентрированный гель для стирки деликатных тканей. Прекрасно подходит для стирки курток, пуховиков, спортивной одежды, шелка, нижнего белья, мембраны. В общем, рекомендую, у меня этот гель расходуется больше всего. Потому что, знаете, цветные вещи, где-то порошком постираешь, где-то там гелем для цветных тканей и так далее. А вот то, что я перечислила, я стираю только вот этим гелем. Очень-очень мне нравится. Далее гель для стирки цветных и белых тканей, гель для стирки темных тканей, джинсовых тканей и гель-концентрат для стирки детского белья. Он у меня тоже сейчас есть как раз-таки в использовании. Принесла показать. Очень легкий аромат, такой ненавязчивый запах чистоты, что-то такое цветочное, может быть, детского крема. Это очень мощный гель. Я им стираю не только детские вещи, я им стираю и взрослые вещи. Ну, если, например, я знаю, что, ну, там, вот футболка какая-то белая, да, в транспорте проехал, там где-то заморался, у нас тут везде это угольная пыль, да, с завода пыль, вот это вот все жирное такое, черное, да, плюс там ребенок где-нибудь на площадке побегал, носки в песке вот в этом желтом, все, в общем, грязное, я заливаю просто вот этот гель, немножко пятна выводителя, и все отстирывается. Очень-очень хороший, качественный гель для стирки, прям в каждой семье должен быть, даже если у вас нет маленьких детей. К слову, эти гели, они супер концентрированные, одной вот такой бутылочки
пол-литра хватает примерно на 20 стирок и заменяет одна бутылка 3 килограмма обычного стирального порошка. И даже вот этот гель, там, гель для цветных тканей, несмотря на то, что он не они не позиционируются, да, как детский гель, они подходят для стирки вещичек детям с самого рождения, то есть тут маркировочка 0+. И последнее, что я вам покажу, это очень выгодная цена, любые два продукта по желтому ценнику, так, скидки до 55%. Здесь у нас по акции пятновыводители. Ну вот, например, такой универсальный спрей-пятновыводитель, очень его люблю. Использую для предварительной обработки рубашек офисных у мужа, попшикала манжеты, воротничок и закинула стираться. Все идеально чистое, без какой-либо серости. Вот такой жидкий пятновыводитель я использую, когда стираю гелями. Вот такой сухой пятновыводитель я использую, когда стираю порошком. Также отбеливатель использую, если светлые вещи или шторы, вуаль с окон стираю. Сразу хочу сказать, что вот эти два продукта сухих, кислородных, они лучше работают, если вы их активизируете, скажем так. Я нагреваю чайник, ну, 90-100 градусов, чтобы прям был горячий. Я просто насыпаю вот этот пятновыводитель в ковшик, добавляю воды 90-100 градусов, ложкой перемешиваю. Начинает идти реакция, появляется такая бурная пена, и я добавляю ее в отсек стиральной машины для пятновыводителя. Прекрасно все работает. Если вы будете стирать, например, в прохладной воде, то высока вероятность, что этот пятновыводитель, он просто не растворится. Ему нужны именно высокие температуры. Та же самая ситуация у нас с отбеливателем. Кстати, все эти продукты для стирки подходят для детских вещичек 0+. Так, что тут у нас еще? Салфетки. Ну, знаете, такая экспресс-защита, когда ты где-нибудь на банкете, я не знаю, на корпоративе, чуть-чуть капнул, что-то чем-то заморал, протер, и вот, чтобы, знаете, это пятно не въелось. Вот карандаш пятновыводитель мне не нравится, он мне не понравился, он царапает ткань, портит текстуру ткани, мне он, короче, вообще как-то нет, не очень. Ну что тут еще у нас выгодное? А, вот рефрешер еще загнул, это уже топ-11 получается. Ну просто решила показать, обратите внимание, классная штука, рефрешер. Тут как-то его сбоку примкнули, что его и незаметно, скидка 60% целых. В этом каталоге про рефрешер также на своем канале я уже много-много раз рассказывала. Ну и, конечно же, выгодно, где тут у меня купоны. Мы с вами зарабатывали купоны в предыдущем каталоге, а в 11-м можем их отоваривать. Купон дает вам скидку 50% от черной цены, указанной в каталоге. Поэтому, в принципе, все покупки могут быть по 11-му каталогу очень даже выгодными. Ну, а на этом у меня все. Благодарю вас за внимание, за то, что это время вы провели со мной. Конечно же, жду ваши комментарии, жду вашу обратную связь, жду ваши отзывы и ваш топ-10 11-го каталога Faberlic. Ну, а на этом у меня все. Выгодных покупок, прекрасного настроения и отличной солнечной летней погоды. До скорых встреч на моем канале. Пока-пока!